Это лимонад, приготовленный на хорошей воде. Специально эту воду привозят. Плюс сироп лимонный, газ, и получается довольно-таки приятная, хорошая вода, которая у нас большая редкость. Калитвенская. Так она у нас называется. Здравствуйте. Ну что, начнем со стаканчика и закончим бутылочкой. Да. С лимончиком. Пойдем. Отличная вода калитвенская, то есть вода не с водопровода какого-то. Нет. Я всегда всем говорю, очень много, значит вода, если плохая вода, не перебьет никакой. А вот калитвенская вода, чем она там знаменита? Я тоже знаю, что она вот славится и все чистотой своей, какой-то там особой. Ну и вкусовыми качествами. Люблю, когда пшикает. Это значит газ пошел. Я себе пишу. Прекрасно на вкус вода, просто прекрасно. А некоторые спрашивают меня, не урин это? Я говорю, нет, это газ вода. Ой, народ, народ. Есть такие чудаки. Ну вот видите, водичка какая. Вот. И как у любителя лимонада, у меня есть еще. Когда берешь один лимонад, как-то всякого могут подумать. Все что угодно взбредешь. А когда садишься в такую машину, как-то уже несколько по-другому думают. Наверное, все-таки это лимонад, а не моча. Хотя каждая по-своему хорошо и в нужный момент. 1,5 литра бутылка, холодильник. Оп. Включаем. Пожалуйста, все вместилось. Очень хорошо.